этих фото Олесе 18 лет. В 2003 году она была студенткой и параллельно подрабатывала. Каждый день по дороге на службу наша героиня проходила мимо кафе «Мари» с Эйфелевой башней у входа. Оно располагалось по адресу Ленина, 76. Подобных заведений тогда в Тюмени было немного, и кафе «Мари» считалось одним из самых привлекательных мест. Правда, Олесе удалось там побывать всего один раз. Зашла, посмотрела это меню, да, поняла, что, в общем, за цену салата я буду обедать дня три во Фридее. Попью хотя бы чаю. Я же собиралась чай попить. Есть булочки в ассортименте в этом меню. Девушка мне подходит, что? Она говорит, чай и булочку. Она говорит, знаете, вот, извините, к сожалению, булочки закончились. На этой невеселой ноте знакомство с кафе у Олеси закончилось. Зато остались фотографии у входа на память. А вот другая наша героиня Наталья, напротив, была завсегдатаем кафе «Мари». Заведение она вспоминает с улыбкой, так как впечатления остались только положительные. Мы работали тут недалеко, да, и после работы ходили с коллегой. Приятное, милое заведение, очень такие доброжелательные официантки, несколько девушек было. Музыка негромкая по тем временам. Вот знаете, как обычно бывает в кафе, чтобы поговорить невозможно. А тут вполне себе такая приятная музыка. Наталья хорошо помнит знаменитую Эйфелеву башню у входа. Правда, говорит, что внутри кафе ничего французского не было. Но интерьер был приятным, да и меню радовало. Наталья отмечает, оно было достаточно разнообразным, а блюда вкусными. И по мнению нашей героини, цены были демократичными. Да вот только из всех угощений Наталье практически ничего не запомнилось. Из всех блюд этого заведения я почему-то помню только один салат, потому что он оставил действительно неизгладимое впечатление. Там были, кальмары и огурцы. И какой-то неожиданный соус. Не сметана, не майонез, а что-то вот такое. Вот. Но и тем не менее, все это такими тоненькими ломтиками было порезано. А еще горожане помнят пиццу из кафе «Мари». Что примечательно, у наших героинь совсем нет фотографий в интерьере заведения. Говорят, как-то не принято было тогда брать с собой фотоаппарат. Так что кафе «Мари», закрывшееся примерно в начале 2010-х, так и останется только в памяти тюменцев.